Что может быть лучше пятницы? Только летняя пятница. Или пятница в лесу в солнечную теплую погоду. Так что собираем палатки, друзей и вперед пробовать настоящее лето на вкус и на запах. Итак, а теперь коротко о погоде. В Магнитогорске в пятницу весь день преимущественно солнечно. Утром плюс 15, плюс 25, днем до 27 градусов тепла, к вечеру не холоднее плюс 20. В Белорецке и Абзаково весь день будет пасмурно, без осадков, утром плюс 20, а днем максимум 22 градуса. Ну а сейчас погода от народа. В соседнем Сибае пасмурно, с прояснениями. Днем здесь зато до 29 градусов тепла. В Челябинске плюс 17 ночью и утром, а днем до плюс 25, облачно, без осадков. На этом у меня все. Я желаю вам теплого, солнечного и отличного настроения на все выходные. До завтра!